Цикл спортивных мероприятий начинается. В Одессе прошел открытый всеукраинский чемпионат по греко-римской борьбе. Помимо представителей нашего региона, на ковер вышли спортсмены других стран. Всего в чемпионате приняли участие 300 спортсменов. Проведением этих соревнований также почтили память зачинателя греко-римской борьбы на территории Одесской области Ивана Толмачева. Общественная организация «Сильная позиция» поддерживает проведение открытого турнира по греко-римской борьбе памяти легендарного борца города Одессы. Здесь на этих трех коврах сегодня выступает более 300 участников со всей Украины. Главная цель турнира – это формирование новой украинской сборной, которая будет представлять нашу страну уже на мировом ковре. Финальные схватки на открытом всеукраинском турнире по греко-римской борьбе пройдут 5 февраля. После этого сформируется уже окончательный состав сборной. И с этого года мы этот турнир сделали отборочным к международному турниру в Таллине, в Эстонии. То есть задача этого турнира состоит в том, чтобы отобрать сборную команду Украины, которая в конце марта примет участие в этих соревнованиях.